Полгода россияне заглядывали в свои кошельки и вытряхивали содержимое копилок в поисках редких разменных монет номиналом в 1, 2 и 5 рублей, которые были выпущены ограниченным тиражом Санкт-Петербургским монетным двором в 2003-м. За каждую из таких монет СКБ банк платил 5000 рублей. Бог наградит вас за доброту. Народ терялся в догадках, зачем СКБ банку за такую цену обычные на вид монетки. Разные ходили слухи. Заказ богатого коллекционера была версия, что кто-то из богачей, значит, решил скупить эту всю партию для того, чтобы ее сохранить на долгие годы и таким образом продать как, там, в будущем. Как всегда, правда оказалась шокирующе простой и на первый взгляд совсем нелогичной. Но мы проявили изобилие, мы заплатили за монету 5000 крат номинала. Значит, на сегодняшний день мы переходим ко второй стадии нашего действия. Это делиться энергией денег. Более 1500 собранных по всей России монет банк намерен пустить в рыночный оборот по их номиналу. Это те самые деньги, которые заряжены той самой энергией денег. Ловите их. Любой банковский клиент имеет шанс на сдачу в банковской кассе получить редкую монетку. Накопленной энергией денег СКБ банк готов поделиться с любым прохожим. Стоит тому сунуть пальцы в символическую розетку, установленную на фасаде главного банковского офиса в Екатеринбурге. Кстати, молодожены в день свадьбы приезжают сюда, чтобы подзарядиться денежной энергией.